Вот станок ФЧП-1. Тут все замотано просто. Получается, тут у него направляющая. Вот у него сама фреза. Привод на фрезу, привод на движение фрезы. Вот гидравлика. Гидравлический прижим. Вот он идет. Здесь сам пульт управления. Здесь управление гидравликой, новый распределитель стоит. Там гидростанция, гидробак. Вот. Все получается. Полностью исправный станок. Направляющие, все, втулки, все новое. Не в новое, а после это, после ревизии. Вот умные втулки, все это сделали. Вот здесь шкаф управления тоже. Все замотано просто.